Мы должны ехать в Шаолинский монастырь, как религиозное культовое сооружение. Это все ушел, конфликт. Посмотрим Шаолинский монастырь. Кунг-фу все знают, а вот что это первый храм Поднебесный, как там на воротах написано. Монах с четками, похоже, два наряда вне очереди получил. Но так-то от работы, похоже, отлынивает. Хочешь принять участие в восстановлении Шаолиня? Надо вот заплатить 100 юаней, и тебе подпишут твоим именем вот эту черепицу. И на ней... Кладбище шаолинских монахов, мастеров кунг-фу. У них тут все очень символично. И высота, и форма. То есть тут наиболее знаменитые учителя и мастера покоятся.